АвтоВАЗ возобновил выпуск классической Нивы Legend еще 13 июля, а теперь объявил рестарт продаж. Правда, неполноценный. Как рассказали телеканалу «Автоплюс» сразу несколько дилеров, в автосалонах машины появятся примерно через неделю. На конвейер вернулась только базовая трехдверка, притом в единственной упрощенной комплектации Classic образца 2022 модельного года. Внедорожник лишился единственной боковой подушки, антиблокировочной системы и блока «Эра ГЛОНАСС». По документам двигатель отвечает нормам Евро-2, но, как говорят заводчане, в реальности мотор соответствует требованиям Евро-4. Правда, чтобы подтвердить это, требуется более длительная процедура сертификации. За такую Ниву дилеры марки «Лада» будут просить около 800 тысяч рублей. И это всего на 12 тысяч меньше, чем за полноценную версию Classic последних выпусков со всеми имеющимися системами безопасности. Впрочем, по госпрограмме льготного кредитования упрощенный внедорожник можно приобрести за неполные 650 тысяч. Как говорится, торопитесь успеть, ведь Минпромторг планирует раздать лишь около полусотни тысяч таких займов. АвтоВАЗ вновь начал устанавливать кондиционер на «Ладу Гранту». Прежде этой опцией комплектовались сразу 80% выпускаемых «Грант», а сейчас «Кондей» стали предлагать для упрощенной комплектации «Классик». За систему корейского происхождения придется доплатить аж 67 600 рублей, то есть почти 10% от базовой цены. Она доступна для седана, лифтбека и приподнятого универсала «Гранта Кросс». Для справки, до кризиса кондиционер стоил вдвое дешевле. Между тем, как поведали телеканалу «Автоплюс» представители ВАЗовского профсоюза, в Тольятти откажутся от неполной рабочей недели. Уже готов проект приказа, который изменит режим работы автосборочного производства. Так, с 15 августа линии «Гранты» и «Нивы» будут работать по пятидневному графику, а в конце месяца перейдут на шестидневку. В шестидневном ритме будет работать и сборочный конвейер B0, на котором возобновится сборка «Ларгусов». Кстати, как уверяют источники, «Ларгусы» успели примерить антиблокировочную систему тормозов от китайской компании «Тренова». Прежде ездовую электронику для этого семейства поставлял немецкий Bosch.